Друзья, данный ролик от Hummingbird презентационный. Устройства Target Lock в продаже пока нет. Но если вам не терпится стать одним из первых счастливчиков, которые в пару к своей мин-код установили и такой девайс, на нашем сайте уже есть возможность оформить предзаказ. У вас карт-плоттер Lowrance или Garmin и тоже хочется управлять трансдюсером, установленным на отдельной ноге? Вы всегда можете заказать у нас вот такой ротатор, на который можно закрепить как Panoptix, так и LiveScope. К тому же, если на вашей лодке нестандартный широкий планшет, как, например, на лодке Land 1875 Crossover XS, о проекте, на базе которой рассказывали в недавно вышедшем обзоре, ссылка в правом верхнем углу, то мы сами всегда можем изготовить для ротатора отдельный кронштейн, покрытый неубиваемой порошковой краской. Заходите на наш сайт за подробностями или просто обращайтесь к менеджерам и собирайте свой ультимативный рыболовный сетап. А теперь давайте посмотрим презентационный ролик новинки от Hummingbird. Прицельтесь с абсолютной уверенностью и полным контролем над лодкой. В отличие от других устройств, MegaLife Imaging Target Lock фиксируется на рельефе нажатием кнопки. Неважно, в движении лодка или стоит на якоре. Вы все правильно поняли. Больше не нужно возвращаться к выбору между двумя самыми продвинутыми технологиями — датчиком и электроякорем. Просто настройте вид, используя портативный пульт, ножную педаль или ваш эхолот, и будьте готовы к поклевке. Как часть единой сети OneBot Network, Target Lock только для устройств Hummingbird. Разработанный специально под тролл-моторы Минкота Ultrax, он может быть установлен рядом и использоваться для сканирования воды в связке с Mega 360 Imaging. Эта не имеющая аналогов беспрецедентная технология также дает вам MegaLife Sweep — постоянно обновляемый 120-градусный обзор перед вашей лодкой, чтобы помочь распознать структуру и рыбу, вне зависимости от того, куда направлен ваш тролл-мотор. Minkota Steer — позволяет вам контролировать и тролл-мотор, и датчик MegaLife ногой с помощью педали вашего iPilot Link Ultrax. А интеграция в систему OneBot Network открывает безграничный доступ к программируемым функциям, таким как MegaLife Sweep и прочим. Вы никогда не видели ничего подобного MegaLife Imaging Target Lock. Возможность зафиксировать абсолютно чистое изображение структуры в реальном времени означает никаких больше забросов вслепую. А независимый контроль над мотором значит, что вам больше не нужно искать компромисс в постановке лодки. С MegaLife Imaging Target Lock ваш сонар продолжает держать в фокусе рыбу, чтобы вы могли сфокусироваться на рыбалке. И это только с Hummingbird. Ну и, конечно, с BoatLab Pro. Друзья, все подробности по предзаказу Hummingbird Imaging Target Lock вы можете уточнить у наших менеджеров. Контакты для связи, как всегда, в описании к видео. И, конечно, там же вы найдете ссылки на наши соцсети, такие как Telegram, где практически каждый день публикуются интересные посты с новостями из мира лодок и рыбалки, самые вкусные предложения по тюнингу и даже ответы на ваши вопросы. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и бейте в рынду, чтобы не пропустить свежие выпуски. Ну а с вами был Кирилл и компания BoatLab Pro. До новых встреч!